В Караганде в микрорайоне Киндала открыли комфортную школу. Современный образовательный объект рассчитан на 2000 мест. Это позволит разгрузить другие объекты образования в городе. Нацпроект «Комфортная школа» реализуется в стране по поручению главы государства и нацелен на решение вопросов дефицита ученических мест, ликвидация аварийных школ и трехсменного обучения. Дина Жумабай перешла в 10 класс. Новый учебный год для нее начался в светлом просторном кабинете. Комфортные условия здесь создали не только для получения знаний, но и для занятий спортом. Для нас создали все условия, чтобы учиться было комфортно и интересно. Мне нравится, что на каждом этаже коворкинг-зоны. Спортивных залов в школе 4. Это значит, что спорт уделяет большое внимание. В современном учебном заведении будут обучаться казахоязычные дети. Школа позволит разгрузить 4 школы в юго-восточной части города. В первую очередь сюда перешли учащиеся школы лицея имени Алихана Ермекова, которая была переполнена. В церемонии открытия приняли участие аким Карагандинской области Ермаганбет Буликпаев и министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова. По поручению президента нашей страны по всей стране сейчас строятся такие комфортные школы. В нашей области планировалось 10 школ. Вот первая такая школа на 2000 мест – это самая большая школа в нашей области. Я очень рада быть с вами в такой особенный день. Проект «Комфортная школа», инициированный по прямому поручению главы государства, направлен на ликвидацию аварийных школ, преодоление дефицита ученических мест и обеспечение комфортного образовательного процесса. Ваша школа – это не просто стены и классы, это место, где созданы идеальные условия для развития и обучения. Кабинеты и лаборатории модификационные, оснащены по самым современным требованиям. Мебель эргономичная. В комфортную школу по конкурсу приняли на работу 150 учителей. С первых же дней учащиеся педагоги оценят преимущества нового формата по стандартам национального проекта «Комфортные школы». Для учащихся начальных и старших классов предусмотрены отдельные блоки с учебными кабинетами, санитарными узлами и спортзалами. Для удобства и безопасности сделано 6 входов и выходов. Еще одно радостное событие к 1 сентября. Долгожданная школа открылась в микрорайоне Кунгей. Здесь распахнула двери долгожданная новая школа на 600 мест. Учебного заведения не было с основания микрорайона. Школьникам приходилось ездить на учебу далеко от дома. Теперь в шаговой доступности современная школа, где есть все необходимое для качественного образования и развития детей. Строительство было начато в марте прошлого года. За полтора года подрядчик справился с работами. Социальный проект профинансирован из областного бюджета. С Днем знаний детей, их родителей, учителей поздравляют аким Карагандинской области. Этот день – начало новых проектов и поисков новых идей. Государство уделяет большое внимание сфере образования, и в нашей области делается многое. Это новая школа тому подтверждение. Работа в этом направлении продолжится. До конца года в области откроется 10 новых школ. В новой школе за парты сели 100 первоклассников. Обучение смешанное. Параллели с казахским и русским языками. В старшем звене выпускной класс 1. Штат полностью укомплектован. Учителей набрали по конкурсу. Здание просторное, его площадь больше 10 тысяч квадратных метров. Для младшего и старшего звена предусмотрены отдельные блоки. Позаботились и о доступной среде для учеников с особыми потребностями. Во всех кабинетах большие интерактивные доски, парты, трансформеры можно регулировать под нужную высоту. В зонах отдыха удобные пуфики. Мы тебе ученики. В кабинетах труда мальчики смогут осваивать столярное дело, девочки будут учиться шить и готовить. Кроме того, есть гончарная мастерская. Уроки физкультуры можно проводить не только в спортивном зале, но и на улице. Школьный двор большой, благоустроенный, со спортивными и детскими площадками. Каждый ученик найдет занятия по душе. Оборудованы кабинет робототехники, за студия, телестудия. Есть коворкинг-зона. Это была наша долгожданная мечта. Построили школу быстро. Мы, кунгейцы, счастливы. Моя семья живет здесь 8 лет. Когда приехали, не было воды, дороги. Развитие шло на наших глазах. В новую школу привел сегодня внука в первый класс. Всего в Карагандинской области 420 школ, в них обучаются 172 548 детей и подростков. В этом году за парты сели 16 272 первоклассника. Завершают учебу 8 253 11-классника. Лиана Жамлиханова, Мурат Токенов и Эльмира Бердунгарова, телеканал Сарыарка.